Выступил профессор кафедры теоретической физики Евгений Алексеевич Памятных. Ну, во-первых, как у всех преподавателей, у меня, значит, профессиональная болезнь сказывается, и мне не имется прочитать нотатку, как там научить вас чему-то жить и все прочее. Я постараюсь этого не делать. Так, вот, поскольку тут уже много прозвучало всяких нарушений. Но кое-что все-таки скажу. Во-первых, я хочу поздравить вас с тем, что вы успешно сдали сессию. Слава Богу, так что это, в общем, этап очередной, и спокойно можно заниматься другим. Второе, я хочу поздравить вас с тем, что открылась Олимпиада. Там, я надеюсь, все смотрели, как это, и можно сколько угодно обсуждать там затраты огромные на нее, но все равно это огромный праздник. Все это, конечно, огромное событие в стране. Я тоже с удовольствием смотрел, и открытие, и там, как в правительстве, там спит Медведев, так, Путин там сидит, там сзади, кстати, ходит там человек в широкополой шляпе такой, не заметил? Это выдающийся биатлонист Александр Тихонов, четырежды там олимпийский чемпион там и так далее. В общем, выдающий человек, я горжусь, я с ним бегал в одних соревнованиях. Когда? Вот, когда он еще не занимался даже биатлоном. Дальше. Я хочу поздравить вас с тем, что скоро закончатся каникулы и начнется следующий семестр. И можно будет спокойно заниматься. Так. Вот Александр Сергеевич здесь говорил про то, что как там, сколько платят, как тяжело заниматься и чем занимаются ученые. С утра кофе попил и все прочее. На самом деле все не так. Это вот обычный человек встал в 7 часов и к 8 на работу, а в 5 свободен. Но те, которые ученые, они встал в 6. Сел работать, и работает, и работает, и 5 прошло, и он дальше работает. Ну, в общем, как в старом анекдоте про аспиранта, как кого там лучше, чтобы у тебя лучше было, там, жена или любовница, и жена, и любовница. Жена думает, что ты в любовнице, любовница думает, что ты в жены, а сам в библиотеке занимаешься и занимаешься. Вот. Так что в этом смысле занятие наукой, оно, конечно, хорошее, потому что ты все время занимаешься тем, чем ты хочешь. Занимаешься и занимаешься. Тебе за это еще платят, правда, немного. Это тоже на самом деле не такая большая беда, потому что люди по-разному находят. Я могу привести пример. В Иркутске молодые люди, закончившие вуз, там, постажировавшиеся в Германии там, год или два, приехали назад на квартире съемной, организовали лабораторию. Получили гранты, закупили оборудование и все прочее. Лаборатория работает на мировом уровне. Вот так. И они, так сказать, живут. То есть возможности широчайшие, конечно. Так. Я думаю, что действительно в ближайшие годы это все, так сказать, сдвинется. Значит, как-то страна в целом начнет понимать, куда нужно двигаться. Так. Что образованные люди действительно нужны. А то, что образованные люди нужны, и то, что у нас можно получить хорошее образование, это действительно так, потому что вот пример, с которым я столкнулся, по крайней мере, дважды, это когда приходят директора предприятий и говорят, что вот дайте нам ваших выпускников или переучите наших работающих так, как учат у вас. Вот в том смысле, в университете, в том числе вот на физическом факультете, на естественных факультетах, так скажем, прежде всего на физическом. Потому что приходят из других вузов, они умеют делать и продолжают работать, как их научили. Ваши приходят, ничего не знают. Но через 2 года все начальники ваши, и все, весь тон работе задают именно они. Так, потому что научили тому, как нужно учиться. Вот этому действительно, значит, у нас в университете, мне кажется, можно научиться, и, значит, образование при желании получить можно, значит, прекрасно и все. Так что вот это я в этом хочу вас вдохновить. Так, ну а теперь я, значит, хочу, вот Александр Сергеевич рассказывал про историю кафедры. Я хочу сказать, что с тем заведующим, с которого он почти начал, он сказал про первого заведующего, так, Шарапова. И вот дальше он начал про Иваненко. Мне удалось там несколько раз беседовать с Иваненко, когда он был еще жив. Я там посещал семинар его, который был по гравитации там. И беседовать. И он отзывался действительно так, что, к сожалению, вот никаких следов от их огромной деятельности, которая была в Екатеринбурге,
от той деятельности, которой они тогда занимались. Практически действительно не осталось. Так получилось, что в Екатеринбурге в основном это физика такого конденсированного состояния прежде всего. Но есть сейчас еще институт электрофизики, есть физики в институте теплофизики, там, в институте металлургии, там, в других местах. Но в целом это прежде всего, конечно, конденсированное состояние. Но зато здесь, по конденсированному состоянию, это центр, все тут, так сказать, признанный центр по исследованию магнетизма, по исследованию конденсированного состояния. Вот это, так сказать, так. Ну, а вот то, чем занимался Иваненко, то, чем они здесь занимались, это прежде всего, конечно, это синхротронное излучение. Так, ну, атомная теория ядра – это одно, а следующее – это, конечно, достижение – это синхротронное излучение, ну и, конечно, работа по гравитации, потому что в определенный период он был одним из самых крупных специалистов по гравитации, конечно, так скажем, в Советском Союзе, может быть, в мире все. Тогда, кстати, думалось, что там многое не исследовано, но, так сказать, многое понято, и осталось, так сказать, остались небольшие, так сказать, моменты, которые нужно было исследовать. После этого все развелось совсем по-другому, но я про это еще потом скажу. Так, так что вот это то, что я хотел добавить, прежде чем теперь Александр Сергеевич вот рассказывал про сверхпроводимость, это действительно, про высокотемпературную сверхпроводимость, это действительно такое замечательное явление, которое показывает, сколько у нас, так сказать, неисследованных вопросов впереди. Потому что произошло это в 1986 году, до этого 11 лет не удавалось сдвинуть, даже больше 11 лет не удавалось, несмотря на колоссальные усилия, не удавалось сдвинуть температуру сверхпроводящего перехода даже на десятые доли градуса. Так. Это масса людей работали, потому что к тому времени выпускали сверхпроводящие кабели, там пытались строить даже линии электропередач сверхпроводящие. Затраты колоссальные. Это, во-первых, гелий, во-вторых, сверхнизкие температуры, сверхсложные структуры нужно было еще иметь, и сложным образом получаемые. Так вот, много лет не удавалось ничего сдвинуться, потом сразу 35 градусов, 93, 125, ну и там вот под давлением 160. Буквально, значит, работы выходили, ну там, каждый не по месяцам, а по дням, так сказать. Тогда, когда рассказывалось у нас... Впервые в Советском Союзе высокотемпературные сверхпроводники получили в городе Свердловске, прочитав в газете о том, что это есть и что это можно сделать буквально. Наши же химики имели материалы эти все, только не исследовали эти свойства. Да? Оказалось, что это легко получается. То, какой шок тогда испытывали люди, и прежде всего физики, это показывает то, как сообщалось об этом тогда, когда рассказывалось, вот, кстати, будущим академикам Садовским об этом явлении у нас в университете, в 402-й аудитории, то там негде было встать просто. Другого такого собрания там я не помню. Дальше, тогда, когда рассказывалось об этом в физическом институте имени Лебедева в Москве, это самый крупный институт физический, так, значит, там, как рассказывают, динамики были выставлены в коридоры. А когда у американцев в американском физическом обществе сообщалось, ну, такое официальное большое сообщение об этом было, то там динамики были выставлены на улице. Просто. Вот это событие, такого масштаба это было событие. Так. При этом казалось, что физика твердого тела развита настолько детально, теория сверхпроводимости разработана настолько детально, что не пройдет, ну, не только там месяца, буквально в ближайшие дни все это выяснят и объяснят, и скажут, почему так происходит, что нужно делать. С тех пор 25 с лишним лет, 27 лет прошло, до сих пор ясности нет. Вот. Это показывает, что нужно сильно изменить, значит, многие представления. И, значит, ну, необъятное поле для деятельности просто. Так. Вот Александр Сергеевич только что говорил, что в 1911 году открыта сверхпроводимость, потом долго не было теории, поскольку была война и все прочее. Не совсем так, не война, не было квантовой механики. И вообще нельзя было говорить про явление сверхпроводимости. Для того, чтобы объяснить сверхпроводимость, потребовалось создать и квантовую механику, и еще много что. Потому что в 1911 году просто никто и помыслить не мог, как это. Так. Выдвигались разные гипотезы, прочее, все, но это не имело никакого отношения к действительности, потому что не было наук, объясняющих вообще те структуры, на которых это происходит.
Ну и потом это, так сказать, как бы развивалось довольно долго, даже тогда, когда уже была квантовая механика, была наука, многое понимали. Уже прошла квантовая механика, грубо говоря, 25-й год, так, а теория сверхпроводимости это 56-й, 57-й. То есть это еще 30. Так, вот, так что вот как это все развивается. Так, ну ладно, это я, так сказать, опять уклонился, это то, про что я сказал в самом начале, что я не буду этого делать, вот начал. Так, давайте, я хочу рассказать, значит, про одну область, которая родилась и бурно развивается сейчас. Достаточно в интернете набрать слово вот, метаматериалы, там прежде всего выскочит, значит, такая картинка, где там, по-моему, 2000 картинок на эту тему, или там больше, я уж не помню, и можно смотреть картинки там и все прочее. Вот я про так называемые вот метаматериалы и хочу, так сказать, про эту область рассказать. Отчасти потому, что это такое явление, бурно развивающееся и безусловно, значительно повлияющее на дальнейшее развитие возможных такой электроники, оптики, еще много чего. И, так сказать, с изменением взглядов на такую электронику даже, может быть. Так. Во-вторых, это явление такое чисто такое электродинамическое, ну и в-третьих, оно в большой степени предсказано и разработано, так сказать, было, основные идеи были, по крайней мере, высказаны, это в Советском Союзе, что тоже, так сказать, приятно, особенно в связи с проходящей Олимпиадой, так, где я тоже надеюсь, что наши еще покажут, как там где-то выступят, так сказать, хорошо. Вот. Так. Итак, вот метаматериалы. Так, давайте я где-то вот там, да? Так, я уже не помню. Так, что нужно? Левая кнопка больше. Левая кнопка. Левую, да? Вот, я начну просто с электродинамики. Раз уже вы здесь. Я начну с формул. Да, ну я кое-что покажу. Значит, основные электромагнитные характеристики веществ это диэлектрическая и магнитная проницаемость, как известно, эпсилон и мю. С детской школы вы хорошо их знаете. В этом случае это константы, значит, тогда, когда нет пространственной временной дисперсии, это константы эпсилон. Все хорошо. Так, значит, обычно считается, что они положительные, все к этому привыкли. Возможно ли нарушение вот этих неравенств? Может ли эпсилон и мю быть отрицательными? Первое. Допускается ли это? Второе. Существуют ли такие среды? Если существуют, каковы их свойства? Но то, что это может быть, вот мы тоже с вами знаем, поскольку есть вот плазма, в которой мы электрическую проницаемость вычисляли и на упражнениях, там, и на экзаменах часть сдавала. Так, при частоте меньше плазменной частоты электрическая проницаемость отрицательна для плазмы. Так что, в принципе, бывает. Хуже с магнитной проницаемостью. Мы не очень видим, где она может, так сказать, измениться. Так, все. И могут ли они одновременно измениться. Вот. Все это, если может быть, то проявляется, конечно, в электромагнитных волнах. Напишем уравнение Максвелла. Возьмем значит, плотности зарядов и токов равными нулю и рассмотрим поля в виде волн. Тогда, как известно, значит, будет дисперсионное уравнение вот такое. Ну вот эти уравнения превратятся в Максвелла вот в это. Дисперсионные уравнения в конце концов сведутся к вот этому. И электрические поля, а вместе с ними все другие поля. Так сказать, будут отлично от нуля, если равно нулю вот это. Это дисперсионное уравнение для волн, то, как связана частота с волновым вектором. Так, отсюда, кстати, следует, что k равно вот это. Так, ну напишем это просто, волновой вектор для волн. Так, если ввести фазовую скорость как отношение частоты к волновому вектору, то она будет вот такая. Так. А если ввести показатель преломления, как в школе, отношение скорости света к фазовой скорости волны, то это будет вот такая штука.
Ну, обычно все это видели, обычно выбирается знак плюс, может ли быть минус или нет, но не выбирается, потому что вот если здесь выбрать просто с другим знаком, нижний знак, то это будет соответствовать той же самой волне, только бегущей в обратную сторону, ничего интересного. Так, теперь, если эпсилон и мю, значит, положительные, то тогда у нас вещественный показатель преломления, волны распространяются, все ясно. Если одновременно они отрицательны, то показатель преломления вроде как бы тоже вещественный, потому что мю на эпсилон значит, под корнем квадратным, это тоже положительная величина и тоже плюс. Но на самом-то деле они состоят из того, что стоит под корнем, это две отрицательные величины. И корень тоже должен быть отрицательным. И вроде бы этому, этой ситуации должен соответствовать отрицательный показатель преломления. Если несущественные потери, то тогда вроде дисперсионное уравнение удовлетворяется, и волны должны бы распространяться. Вот. Ну и тогда, соответственно, свойства таких сред могут быть другие и так далее. Вот об этих, о таких средах я и буду говорить. Первое, значит, три возможности, которые существуют, и которые вот в одной из первых работ, посвященных этому, были прямо отмечены. Свойства веществ не зависят от смены знаков эпсилон. Первое, что возникает, просто не зависит, и все хорошо. И там волны распространяются, и здесь все хорошо. Надо выбирать знак плюс, и все одинаково. Так. Второе, что, могут, что такие среды почему-то, по каким-то физическим причинам, могут, не должны существовать. Тогда тоже интересно, тогда нужно найти запрет на существование таких сред. И выяснить вот, физику, которая за этим стоит. Так. Это вторая возможность. Ну и третья возможность, что существование, признать, что существование таких сред не запрещено, выяснить его, их свойства и искать, если они есть. Или, может быть, их давно они где-то проявились, уже нужно искать. Ну вот первый и наиболее известный человек, это Виктор Григорьевич Веселаков. Это в те времена это физический институт имени Лебедева, потом в институте Прохорова работал, отделившимся. Так. Вот это работа 1967 года. Почему-то все ссылаются на 68 год, но в большинстве статей ссылаются. На самом деле работа вышла в 67 году, в переводном издании «Успехов физических наук» она была в 68 году. А так в 67 году. Я хорошо помню, когда эта работа вышла, я был студентом тогда. И, так сказать, ну, обратил внимание на нее, и это было, так сказать, как бы любопытно. Значит, он предположил как раз то, что вот такие вещества существуют, каковы тогда их свойства. Это не так просто. Статья напечатана в «Успехах физических наук». Он докладывал ее, без сомнения, в физическом институте имени Лебедева на значит, семинарах там прочее. И тогда ее, так сказать, решили напечатать. Так, вот где тут у меня, куда-то назад, как это сделать? Вот следующее, да. Это вот как раз начало этой статьи в «Успехах физических наук». Значит, работа, на которую ссылок сейчас, ну просто фантастическое количество. Все, любая статья на эту тему начинается с работ вот, Веселакова, который предсказал это и так далее. Так. Ну а бум возник вообще-то говоря, в 2000 году, так, то есть через там, в общем-то, 30 с лишним лет после работы Веселакова. Значит, я сразу хочу сказать, что они пытались очень долго найти такие вещества и не нашли просто, пытаясь построить и какие-то такие среды подыскать, которые под это подошли. С чем связан бум, я поясню дальше. Я хочу сказать, что первое, что, во-первых, восходит это все, на самом деле, к 904 году, к работе вот Горация Лэмбо еще, который показал, что действительно могут быть такие среды с необычными несколько свойствами, похожими вот на такие. Хотя он был математик и занимался механикой, основные результаты получены там в гидродинамике и так далее. Это не тот Лэмб, который лэмбовский сдвиг, и который лауреат Нобелевской премии, которую вы, возможно, знаете. Это совсем другой Лэмб. Так. Вот. Следующий, кто, так сказать, преуспел в этой деятельности, в работах на близкие темы, это Леонид Исаакович Мандельштам. Это крупнейший теоретик, и я его тоже хочу отметить здесь. Значит, он, кстати, долгое время был заведовал кафедрой теоретической физики в МГУ, там потом была история в 1944 году, в общем, потом у него болело сердце, и он умер. Статья, которая вот здесь приводится, одна из статей. Так, что, это уже не работает, да? Разбить прицел. Да, надежная техника.
Нет, горит, а почему не выходит? Можно мышки. Там она, возможно, что просто сила. Сейчас мы другой чем-то не можем. Да, можно мышки просто. Да. Мышки да. Вот там написано 45-й год, во-первых. Так. Значит, эта статья вышла после того, после его смерти уже. Так. А в 30-40-х годах он читал лекции в МГУ, они потом издали. И в этих лекциях прямо, значит, рассматриваются картинки приведены, которые относятся к тому, о чем я буду рассказывать, о чем вот писала статья Веселага, и что сейчас интенсивнейшим образом и в научной литературе, и в интернете обсуждается. Так. Но вот это был выдающийся теоретик, который сделал на самом деле очень много, начиная от, так сказать, основ квантовой механики, основ радиотехники и электродинамики, так скажем. То есть это, в общем, великий человек, я просто привел его для того, чтобы вы его знали. Так. А, вот еще дальше. Еще вот до 67-го года. Это работа Сивухина, который работал тогда в МГУ, по-видимому так. В журнале «Оптика и спектроскопия» статьи, которые посвящены этим же вопросам. Дальше Пафомов, который работал в физическом институте имени Лебедева, по-видимому, тогда, 56, 57, 59 года тоже работал. Вот это все, так сказать, развивалось, но в законченном виде было представлено публике, вот как раз в работах Веселага, в которых на самом деле ссылок на все эти работы не оказалось. Так. Но рассказывалось прямо о веществах, в которых одновременно диэлектрическая и магнитная проницаемость становятся отрицательными, каковы их свойства должны быть, ну и так далее. И, кстати, где их нужно искать и как. Вот я про это и хочу, так сказать, показать. Особенности. Вот написано, так, сейчас я посмотрю, у меня надо другая. Давайте вот такую еще покажу. Так, вот. Значит, ориентация векторов электрического магнитного поля в этой в электромагнитной волне просто. В обычной, которой в школе. Электрическое поле, магнитное поле и вектор, вдоль которого волна распространяется. Вот это все следует из уравнения электродинамики, конечно, все это знают и так далее. Дальше. Что будет, если диэлектрическая проницаемость, значит, вот это, и магнитная проницаемость отрицательны? Тогда вот из этих же уравнений, вот они, эпсилон мю стоят, по-другому будут векторы направлены. Получается вот такая картинка. Значит, ну там, так сказать, правая тройка векторов, Е, H и К вверху, а здесь левая тройка векторов. Поэтому вот те среды, в которых вот так, вот эти, они называются как правые среды, а за этими закрепилось название теперь как левые среды. Left-handed materials. И это все хорошо, вроде все так, все знают, так. Но, значит, есть вектор Поинтинга, который задает направление распространения энергии. Так вот, энергия распространяется, плотность потока электромагнитной энергии — это вектор Поинтинга. Вот если вернуться к тем картинкам, то легко видеть, что у первой, вот вернуться можно тогда, у этой, вектор Поинтинга будет направлен вдоль вектора К, конечно. Векторное произведение Е на H направлено будет сюда. Здесь тоже векторное произведение Е на H, но направлено будет в другую сторону. То есть энергия будет передаваться не туда, куда направлен волновой вектор. Волновой вектор характеризует, как распространяется фаза волны. Вот бегущая волна какая-то движется, все. Значит, ну как по веревочке, все видели, бежит. Так? При этом то, что колеблется на веревочке кусочки, они колеблются перпендикулярно. Так вот, в волнах, в таких средах энергия будет бежать не туда, куда бежит сама, так сказать, как бы волна, в противоположном направлении, прежде всего. Поток энергии другой. В этом, вообще говоря, страшного ничего нет. Вот впервые такие волны рассматривал Лэм, потом рассматривал Мандельштам и в электродинамике, и в оптике, ну и там многие другие рассматривали. И более того, подобного типа волны, наверное, в каком-то виде каждый наблюдал на прибое, когда тоже как бы бегущая волна так, а, так сказать, гор подкатывается на самом деле. Так что вот это вот пример. У меня тут есть пример волны из какой-то картинки в интернете. Вот вектор Поинтинга и импульс, то есть поток энергии, поток импульса, так, импульс волны, это фазовая скорость. Вот фазовая скорость направлена сюда. Здесь для вот этих левых сред фазовая скорость сюда, потоки энергии все сюда. То есть вот такая разная вещь, такие разные вещи должны наблюдаться вот
в этих, так сказать, средах. Так. Ну, к чему это приведет? Один из эффектов, эффект Доплера, тоже знаменитый эффект. Я, правда, уже всем, наверное, рассказывал, чем он знаменит. Так, Доплер. Забыли уже, что ли? Там неправильно считали. Чего? Потому что там получали... Да, нет, я рассказывал-то про другое совсем. Про то, что есть, да, город Зальцбург, в котором родился Доплер. И в этом городе везде продают конфеты Моцарт, потому что там родился Моцарт. Но там есть магазин, где продают конфеты эффект Доплера. Это единственные конфеты, названные физическим эффектом. Вот. Я все время говорю, что я час ждал, чтобы открыли этот магазин, чтобы купить эти конфеты. Так вот эффект Доплера. Когда вот источник света, вот А, вот сюда распространяется свет. Мы движемся навстречу источника, у нас, значит, вот эти, скажем, горбы или ямы будут встречаться чаще. Частота будет увеличиваться, так, когда источник движется к нам. Что будет происходить здесь? Так, вот источник света, вот излучается, так сказать, волна. Энергия идет сюда, но фаза-то идет сюда, в этой волне, и они будут отставать. И на самом деле свет будет смещаться в другую сторону. Если там он, так сказать, смещается в синюю сторону, то здесь, соответственно, будет смещаться в красную сторону. То есть это вот такой обратный эффект. Следующий эффект. Эффект Вавилова-Черенкова. Излучение Вавилова-Черенкова. Ну, это тоже известный эффект. Это, вообще-то говоря, один из таких конкретных эффектов, за который наши советские физики получили Нобелевскую премию. Это там Франк и Черенков получили Нобелевскую премию вот, за открытие этого. Излучение, которое получило название излучение Вавилова-Черенкова. Быстрая частица, которая движется в среде со скоростью больше скорости света в среде. Скорость света в среде меньше скорости света в вакууме, поэтому частица может двигаться с этой скоростью, не нарушая специальной теории относительности. То есть оставаясь двигающейся со скоростью меньше скорости света в вакууме, но больше скорости света в среде, она начинает излучать электромагнитные волны. Обнаружил это Павел Черенков. Значит, хватило у теоретиков, так сказать, ума сообразить, что это такое излучение действительно наблюдается. Изучали они просто люминесценцию, но вот случайно наткнулись на такое явление. И оно нашло массу применений и все прочее. Впереди, так сказать, вот у быстрой движущейся частицы, вот быстрой движущейся частицы, вперед по образующим конуса идет электромагнитное излучение. Это эффект, в общем-то, совершенно аналогичен тому, когда корабль движется по поверхности, движется со скоростью большей скорости волн в этой в воде. Тогда, значит, круги отходят назад, и возникает волна, которая вот как бы идет вот так, как бы таким под углом от корабля расходятся волны, но идут-то они вот туда, вперед, вот точно так же и здесь. Так вот здесь, в этих левых средах, излучение будет вот движущаяся частица, а волна излучается, но поток энергии вот туда, назад. То есть тоже обратный эффект вот Черенкова в другую сторону возникает. Вот еще одно, так сказать, наблюдаемое проявление таких средств. Ну и теперь наиболее, может быть, известная вещь. Это преломление этих волн. Обычная волна, как в детской школе всех учили, вот падает волна, отраженная волна и преломленная сюда пошла. Так. Что будет с... в левых средах, если вот нижняя среда будет левая, а верхняя обычная среда. Но на самом деле все это определяется, конечно, граничными условиями на границе раздела из электродинамики. Граничные условия простые, тангенциальные компоненты равны друг другу, должны быть, а нормальные компоненты должны быть непрерывны, но не для полей, а для индукции полей. То есть для полей, умноженных на диэлектрическую и магнитную проницаемость, соответственно, в простейшем случае. Это приведет к чему? Потому что, скажем, нормальная компонента поля, вот здесь при прохождении сюда, здесь она получила то же самое значение будет. А здесь, ну, например, допустим, волна поляризована так, что электрическое поле вот вдоль границы идет, туда, от нас в стену туда. Тогда магнитное перпендикулярно. И магнитное поле вот здесь будет иметь вот такую перпендикулярную составляющую, и для преломленной волны такую же должно иметь все. Если же там стоит, допустим, магнитная проницаемость, да еще отрицательная, оно будет иметь в другую сторону, эту компоненту внизу. Так. Это приведет к тому, что значит, по-другому можно, как каждый может начертить и увидеть, что волна идет не сюда,
преломленная, а вот сюда. То есть в ту же сторону, с которой пришла падающая. Вот картинка, которая получится, если у вас нижняя среда левая, то волна будет преломляться вот сюда. Это, вообще говоря, должно наблюдать, вот этот эффект должен, так сказать, наблюдаться, если у нас есть вот эти, так сказать, левые среды. Ну вот, грамотные люди это понимали. Вот Мандельштам, там, Сивухин там, и так далее. Если взять даже лекции Мандельштама, то там, значит, вот назад, можем вернуться, вот назад, то там вот прям приведены вот эти картинки. В лекциях, там, которые читались там, в 30-40-х годах. Так, вот. Ну, дальше что? Линзы как будут вести себя? Вот берем обычную линзу и строим отражение так, как я только что вот нарисовал. Вот входящий луч, вот он отразится в эту же сторону от нормали, здесь тоже в эту же сторону от нормали, и у нас собирающая линза начинает работать как, так сказать, рассеивающая. А рассеивающая начинает работать вот так. Вот то, что происходит в этих левых средах. Дальше. Вот картинка из интернета вытащенная откуда-то. Значит, что происходит при наблюдении тела, находящегося под водой? Ну, известный смешной опыт, может быть, а вдруг, с другой стороны, каждый не раз видел это. Если смотреть на какое-то тело, находящееся под водой, оно кажется ближе. Так, вот здесь. Ну, достаточно в чашку там положить монету и смотреть так, чтобы с края ее не видно. Потом налить воды, и будет видно. Она как бы всплывает, до какого-то уровня всплывает. Так вот здесь оказывается, что это изображение должно выглядеть вот здесь, над поверхностью, как бы сформироваться. Так. Ну, еще что в таких средах? Еще лучше, если взять просто плоский слой из среды, да не просто с отрицательными эпсилонами, а равными минус единицы. То тогда построить отражение легко, по тем правилам, которые я там рисовал, построить. И окажется, что если вот это расстояние меньше толщины пластины, то точный источник, он вот здесь соберется тоже, вот, точное изображение. Луч, вот здесь один из лучей нарисован, я мог взять любой другой луч, он бы шел точно так же, пришел сюда. Вот это будет работать как тоже своеобразная линза. Причем можно приближать, если приблизить этот сюда, то здесь вот, так сказать, как бы больше они будут вот так идти. Вот такая вот, так сказать, система может возникнуть. Значит, для случая, когда эпсилон равны минус единице и мю равны минус единице. Так, ну еще одна, так сказать, интересная вещь, которая возникает. Вот если у нас вот эта левая среда, вот вокруг, не розовая, а все вокруг, это левая среда. И падает электромагнитная волна на некое тело. Вот она падает, значит, энергия идет вот сюда, но волновой-то вектор сюда, и фаза сюда. Так, и импульс с этим связан. Дальше, отраженная волна туда, волновой вектор туда. Вот здесь изменение импульса при падении, при зеркальном отражении от такой поверхности. Два кану направлены вот сюда. То есть вместо такого светового давления возникает световое притяжение. Вот если из левой среды падает, то должно бы возникнуть вот такое световое притяжение. Вот только что тот кто-то мне говорил про обнаружение монополя Дирка. Вот, если один из вариантов такой идеи, почему монополь Дирка может быть трудно обнаружить. Монополь Дирка – это отдельный магнитный полюс. Так, точно так же, как есть вот электрические заряды плюс и минус, магнитных зарядов нет. Но вот Дирком предположено было, что монополь существует такой, рассмотрены его свойства. Ну, вот с тех пор, так сказать, как бы доказательств его существования однозначных нет, и запрета на существование тоже на самом деле нет. Значит, вот если вот здесь есть область, которая занята, ну, скажем, плазмой вот с такой диэлектрической проницаемостью и средой из монополии Дирака, тогда для них магнитная проницаемость можно построить, она будет иметь подобный вид, только вот здесь будет стоять некая другая частота. Здесь так называемая плазменная частота, связанная с зарядами, а здесь вот эта магнитная плазменная частота, связанная с величиной этого монополя. И пусть эта штука находится вот здесь где-то. Так? Тогда падающее сверху излучение, которое всегда есть, оно падает теперь снаружи. Так? Не из среды, левой среды, а на левую среду снаружи. Тогда внутри возникает сила, которая будет пытаться сжать вот эту штуку. И это такие области должны бы схлопнуться просто или стянуться в точку. Что будет дальше, неизвестно. Но, по крайней мере, вот как макроскопический объект, они должны бы стягиваться в этой среде. Вот это одна из, так сказать, идей, которые тогда же высказывались. Так, дальше.
когда могут одновременно эпсилон и мю обратиться, стать отрицательными? Во-первых, оказывается, что это бывает только тогда, когда существенна временная дисперсия. Дело в чем, что энергия средняя, конечно, вот она, в среде без дисперсии, то есть эпсилон на квадрат амплитуды поля, мю на квадрат амплитуды магнитного поля. Поскольку энергия положительная, то вот эти должны быть положительными. Это тогда, когда дисперсии нет, это вот эти должны быть положительными константы. Если речь идет о переменных полях в среде, так сказать, в диспергирующей среде, то тогда плотность энергии выражается вот такой формой. Ну и легко продифференцировать, увидеть, что коэффициенты вот такие. И они, в принципе, не обязаны быть положительными. Они обязаны быть положительными, вот при этом эпсилонами могут быть отрицательными. За счет вот этих штук энергия будет, окажется, положительной и все прочее. Так что вот в этом смысле этому требованию положительности энергии отвечает только ситуация, когда у нас есть временная дисперсия. Ну, я на примере диэлектрической проницаемости там, для плазмы показывал, что там действительно за счет частотной зависимости можно, значит, найти область частот, где диэлектрическая проницаемость будет отрицательной. Так, ну ладно, дальше что? То, когда фазовая и групповая, вот поток энергии, я говорил, распространяется не с той скоростью, с которой распространяется фаза. Они в левых средах направлены в разные стороны даже. Да? Но фазовая скорость характеризует распространение действительно фазы в волне, так? А поток энергии характеризуется групповой скоростью. Вот если у вас есть горб, волн, вот я там была, у меня картинка с горбом, с таким огибающей для волн. Вот этот горб распространяется с групповой скоростью. Так вот, стало быть, в таких средах групповая скорость, так, где? Нет, назад, тогда. Групповая скорость должна быть отрицательной, должна быть противоположна фазовой скорости в таких средах. Вообще говоря, это не редкость. Если посмотреть на, значит, дисперсионные кривые для различных нормальных. Вот мы с вами рассматривали, например, неполярные диэлектрики. Все там рисовали вот одну кривую и вот здесь вторую. Ну вот может там несколько усложнить, возникнет третья кривая, которая идет вот так. Причем у нее явно видно, что d омега по dk, групповая скорость, производная от омега по k, будет иметь отрицательный знак, то есть будет направлена против фазовой скорости. Так что вот это, в принципе, это можно пытаться найти в реальных средах такие ситуации, когда это реализуется. Вот, ну, вот так было до 2000 года, значит, попытались искать не очень интенсивно, потому что как-то явно нигде, так сказать, этого нет, чтобы, так сказать, в глаза бросалось или под руки прямо лезло. Так, ну, Веселак, он продолжал там искать, и другие некоторые пытались искать, но ничего не нашли. Прорыв наступил вот в 2000 году, когда, значит, не пытаясь найти какую-то среду, а пытаясь построить среду с такими свойствами, попытались построить среду с такими свойствами. Ну, один из, так сказать, как бы исследователей занимался созданием таких структур в микроволновом диапазоне, то есть не в световой области, а когда длинный волн, значит, в микродиапазоне, ну, сантиметровый диапазон, скажем. В этом диапазоне они пытались построить различные структуры и посмотреть, как волны взаимодействуют с такими структурами. Другой, так сказать, послушав этот доклад, в 1999 году приехал и попытался построить среду из таких объектов, которые вот определенным образом реагируют на такие объекты. Ну вот в 2000 году в университете Сан-Диего в США, значит, такой материал искусственный был создан. Материал, который в области длин волн, ну вот сравнимый с этим сантиметровым диапазоне, сами ячейки имели размеры порядка там 5-7 миллиметров. В сантиметровом диапазоне это можно было рассматривать как некую сплошную среду, так, но которая таким образом реагировала, как будто бы диэлектрическая проницаемость у нее и магнитная, обе отрицательные. Вот я пример приведу вот этой среды. Один из примеров среды, который тогда, так сказать, рассматривался. Другой у меня в самом начале был показан. Вот это специально построенная среда, в которой на, так сказать, диэлектрические подложки напылены или, так сказать, осаждены проводники вот в виде таких контуров разомкнутых, так вот, ну, кольцо, разомкнутое кольцо. Одно вставленное в другое. Каждое кольцо представляет собой, ну, как колебательный контур, так.
кольцо, это где идет ток, а зазор это конденсатор, который здесь есть. То есть это как бы маленький колебательный контур. И реагирует это вот как на магнитную составляющую прежде всего, на поток магнитного поля через такой колебательный контур. Для того, чтобы реагировал еще на, так сказать, электрическую составляющую, были другие материалы, вот тоже, ну, это вот тот материал, на котором они действительно проверяли. Вот я еще один, может быть, покажу. Вот, когда есть вот эти полукольца, есть стерженьки. Стерженьки, они фактически это как маленькие антенны. Если есть составляющие электрического поля вдоль стерженьков, то они там начинают колебаться, устанавливаются вот такие колебания тока. В кольцах устанавливается тоже колебание тока, и, соответственно, магнитный момент колеблется перпендикулярно. А здесь электрический момент колеблется. Можно подобрать так, чтобы была диэлектрическая проницаемость отрицательная и магнитная проницаемость отрицательная. Они из такого материала, вот того, который у меня был на предыдущем слайде, если можно там вот как-то сделать. Предыдущий. Вот этот. Вот и предыдущий. Вот на этом они, так сказать, сделали, построили, рассмотрели преломление волны. И оказалось, что действительно волна преломляется в ту же сторону, откуда пришел падающий луч. Все это в сантиметровом диапазоне всего. Вот, то есть они прямо доказали возможность построения такого материала. Ну и это привело, так сказать, к определенному буму. Все стали строить, смотреть. Появилось огромное количество работ, доказывающих, что все это не так, что это, так сказать, иллюзия какая-то. Ну, проверено, все это так. Действительно, этот материал работает как материал с отрицательными диэлектрическими и магнитной проницаемостью. И построено еще множество различных таких структур. Это своеобразный бум. Это позволяет строить различные такие оптические и даже электронные какие-то устройства. Ну, я вот одно из них покажу еще. Значит, оказалось, вот те же люди, которые инициировали эти эксперименты фактически, Пен Дрюд некий такой был, он показал, что можно построить такую структуру из этих материалов, чтобы свет тогда двигался вот таким образом. Вот падает свет, огибает и уходит, там практически идет так же, как продолжалось было здесь. Тогда это приведет к чему? К тому, что объект, находящийся внутри, он для внешнего вот этого наблюдателя, так, он совершенно не виден, потому что ничего не отражается. Тот, кто смотрит оттуда, видит то, что отсюда пришло. То есть он полностью оказывается невидим. Так что можно создать вот такие оболочки. На этот счет в интернете полно всяких картинок. Так, в основном полученных математическим моделированием все прочее. То, что реально сделано, это сделан двумерный вариант, сделан цилиндр. Так, возможно, он у меня есть. Вот это еще раз показывает, как должны идти лучи света в таком объекте. А вот это, ну, так сказать, модельная картинка, структура, которую действительно реализовали. Реализовали вот такие цилиндры из подобных структур, где лучи света действительно идут, загибаясь и выходя примерно в том же направлении, то есть фактически то, что внутри, можно не видеть. То есть дальше вопрос техники, так сказать, как создать такой материал, который создаст, вот, так сказать, способен закрыть объект. Значит, делается это, конечно, пока еще, так сказать, не в видимом диапазоне, так, но вот последнее, это, так сказать, видимый диапазон, это 300, даже ультрафиолет, 350 нанометров, структуры там с ячейками там порядка, скольки там, наверное, 70 нанометров. Наверное. Вот. Это то, что уже, так сказать, как бы реализовано. И вопрос, тут очень большой простор для технических приложений. Нужно построить такие структуры. В общем, родилась, одним словом, целая область науки, которая фактически отсутствовала, потому что была, так сказать, радиотехника или, так сказать, вот такая радиолокационная часть этой радиотехники, когда строились различные антенны и прочее, когда строились антенны с размерами излучателей, сравнимыми или меньшими длины волны, там, строились целые решетки, рассматривалось внешнее поле всегда, так сказать, создавали. И вторая часть была, это оптика. Электромагнитные волны, которые были в оптике, это сплошные среды, прозрачные там, или непрозрачные, поглощения, преломления отражений и так далее. Между ними лежит вот область, где одно переходит в другое. Вот оказывается, что в этой области достижения просто технологий позволили создавать такие объекты, которые могут рассматриваться как такая сплошная среда, но в диапазоне
длинный волн, когда много больше размеров этих объектов. Вот реально это сантиметровый диапазон, а сами элементы меньше сантиметров. Ну, почти такие же, но все равно меньше сантиметров. Ну и вот в этом смысле продвижение в такую область, еще более близкую к свету, она, так сказать, идет. Это продвижение идет, и здесь можно разные такие структуры создавать. Так, дальше что еще? А, вот еще один вариант из последних, как такие структуры могут создаваться. Это молекулы, ну, грубо говоря, ДНК, присоединяются частицы, и они сами собираются в разные структуры. Вопрос в том, чтобы научиться собирать нужные структуры. Но это опять, это уже вопрос, так сказать, как бы техники, как научиться. Мы можем попытаться состроить такие структуры, которые будут работать и хорошо, и в оптическом диапазоне. Так, еще одно. Еще одно вот из применений здесь. Ну, все знают аппараты, которые аппараты диагностики, это когда УЗИ измеряют. Там ультразвук меряют, так, и ультразвук же посылает, ультразвук принимает. На самом деле звук можно вот из этого метаматериала такого создать структуру, которая будет влиять на отражение вот этого света, если сверху будет, так сказать, деформация какая-то. И это позволяет чувствительность и, так сказать, разрешающую способность увеличить многократно у таких объектов и довольно простым образом. Кстати, эти же среды позволяют передавать, значит, разные возбуждения чисто таким оптическим способом, без превращения, так сказать, оптического сигнала в электрический, потом он пошел как электрический, а дальше где-то опять излучился. Вот без превращения в электрический сразу передавать и управлять вот этим передачей этого светового сигнала. Так, ну и еще одно, что это у меня есть. А, вот из тоже последних относительно, это так называемые суперлинзы. Предсказано тоже было давно. И огромное количество людей говорило, что это, так сказать, и огромное количество статей, что это на самом деле не так. Дело в чем, что оптическим способом можно разрешить объекты, у которых длина, размеры не больше, чем, не меньше, чем длина волны этого света, которым вы, так сказать, исследуете. Ну, как в микроскопе, все знают, что рассмотреть объект длинный с размерами меньшими, чем длина волны, запрещается дифракционным пределом просто. Так. Так происходит вот уже в первых работах, посвященных таким средам, было показано, что отражение и прохождение света в таких средах, значит, оно обладает определенными особенностями. На самом деле, вот если, когда формируется оптическое изображение, то оно формируется, ну вот, на языке, который вы изучали в электродинамике, это с помощью, так сказать, ближней зоны и дальней зоны. Излучение в ближней зоне и в дальней зоне. Такие слова может еще кто-то помнить. Так. Ближнее поле – это то, которое объекты, которые спадают вниз. А дальнее – то, которое излучается, отразившись, так сказать, от объекта, поле излучается и формирует там собственное изображение. В ближнем поле содержится масса информации, которой нет в этом дальнем, которая запрещена вот там тем дифракционным пределом. Вот. Если бы удалось это использовать, тогда можно было бы получать изображение, ну, без учета вот этого дифракционного предела, то есть более точно, то есть с размером, и получать изображение объектов с размерами меньше длины волны. Так вот, оказалось, что здесь действительно так. Связано это с тем, что, вот опять, в частности, с тем, что поток энергии как идет. Фазы волны движутся так, а поток энергии не спадает, а усиливается. Подобная вещь есть в различных поверхностных волнах, которые тоже пытаются использовать для, так сказать, микроскопии разрешения с размерами меньшими, чем длинный волн. Так вот, аналогичные вещи здесь должны быть. Значит, единого мнения, тогда, когда появились эти работы, единого мнения на этот счет не было. Было множество опровергающих работ, что в действительности не будет такого. Дифракционный предел всегда работает. Вот то, что удалось недавно сделать, это вот построить такую фактически вот эту так называемую суперлинзу, которая представляет собой тонкий просто слой серебра, так, объект, поднесен к нему объект, был передан, так сказать, туда с большим разрешением, с большим, чем для, отражены были такие детали, меньше, чем длина волны, которая здесь работает. Вот. Ну, для практических применений там, или еще чего-то, конечно, очень далеко, потому что прежде всего объект сам должен находиться очень близко к этой пластине.
Вот я там показывал, как плоский слой реагирует, плоский слой вот этого, так сказать, левого материала реагирует на излучение, как он собирает лучи точного источника. Он не соберет, кстати, лучи параллельного источника. Там обязательно нужны расходящие лучи, чтобы они собрались. Параллельный источник здесь не соберется. Вот, он пройдет просто. Вот. Так вот здесь, если объект находится достаточно близко, то можно рассмотреть детали меньше, чем вот это. Вот это открывает, так сказать, еще одни, так сказать, новые возможности. Так что здесь работает огромное количество людей, особенно вот таких даже не теоретиков, а прикладников, так сказать. И это может изменить очень многое и в такой, в электронной всякой технике, и в таких практических приложениях, в электронике прежде всего. В том числе и под электроникой, понимая и фотонику, так сказать, оптику, преобразование оптических сигналов. Не только электрических, но и оптических сигналов. Вот здесь очень много может быть изменено в относительно ближайшее время. В том числе может оказаться и в практически важных вещах, потому что все мы помним, как мгновенно вошли, скажем, лазерные диски, сменили магнитные, так сказать, ленты или магнитные диски сменили. Так вот это позволит записывать информацию значительно с большей плотностью, чем, так сказать, то, что используется сейчас, например. Так что здесь огромное поле деятельности. Ну вот я не буду утомлять вас, поскольку уже народ тут почти засыпает. Все, спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. За кого болеть? Ну так, трудно сказать, за кого. Значит, конечно, хотелось бы, чтобы во многих вещах наши выдумали. Но я бы сказал так, что болеть, на мой взгляд, надо за тех лидеров, которые есть, они просто восхищают. Вот. Биатлон Бьёрн Даллен, это просто, я тут преклоняюсь просто. Он не досягает. Что тут скажешь? Так, победить, когда он, так сказать, промахнулся одним выстрелом. Я молчу про нашего. Наш проиграл тоже чуть-чуть, совсем. Но тот-то, он, это же не первая Олимпиада у него. Так, надо же учитывать и возраст, и прочее. Но он не досягает. Все. Точно так же, как наша фигуристка, так, Юлия, которая тоже, это все, как вот Плющенко про нее правильно сказал, это гений. Так тут другого не скажешь. Просто она, значит, на голову выше других. Все. И тут надо не болеть, а восхищаться просто, что это есть. Так, значит, точно так же, как, значит, какой-нибудь там скоростной спуск показывали, это просто тоже. Когда показывают двух первых призеров, и в каком-то из репортажей было показано, совмещены то, как они едут одновременно. Но это просто они едут один в один. Это на длине в 3,5 километра, где, так сказать, широкая трасса и масса внешних условий настолько достигли совершенства, что едут просто слиться практически. Так что это только восхищаться. И в этом, так сказать, Олимпиада и замечательно, что показывает те достижения, которые есть. Хотя, конечно, меня бы сильно заботит массовый спорт. Я смотрю, вот здесь лыжней нет. Когда-то, когда здесь проходили разные школы, в старые времена, то все было исхожено. Все было везде. Лишним всем пытались на лыжах и так далее. Сейчас этого нет, сейчас есть другое. Это тоже неплохо, конечно. Вот там, на горнолыжный город, полно народа.